Так и не скажешь сразу. Один у них еще помощник. Ты? Не, 17.30 должен быть. Это перед нас с ним. Проблем нет. Раз, ты понимаешь, раз посмотришь, как тут работает. Напихает. Я тут... Нам всем облегчение. Я специально раньше... Я был под Выборгом у детей в лагере. Вчера уехал ночь. Переночевал там в палатке и приехал. Нет, я электрическую машину забрал. Ты это специально, чтобы... Тебя, да. Посмотри, да? Как люди работают. Иди! Вчера с женой поехали на ее машине. Минута. Я сегодня вернулся, машину свою забрал, приехал сюда. Шикарно. Так, а во сколько мы начали? Да, это что у нас за дождь? Да, вообще. Это как вот так сделать? Давай, Яри! Пиздец. Конечно, Русь, ты, блядь, конечно, прибыл. Ярик, умница, Ярик. Долго начинали. Лишний один тебе нужен. Ты пока ничего не сделал. Так а что я не сделал? Ты времени столько приволок. Ты не Ярик. Давай дальше. Команда товарища президента. Вы ванны? Мы приволокли всего 7 минут 40 секунд. Давай 2 по 35, Ро. Я специально таймер засек, чтобы там технарь не влепили. Как это? Зовите Огошкова, закончи пораньше. Нет, так чего, где? Кто? Нет. Про что нам говорить? Про задержку. 6 минут. Ну, что делать? Не 6, а 16. 16? Лёха, да. Первые 4 матча уже даже на 7 чили. Да. Спасибо. Там все матчи внесены уже. Да. Сегодня все матчи внесем. Вот ты знаешь, да? Причем в лайве. Я там еще и ссылку на трансляцию им въебал, чтобы они всем довольны были. Трансляция ведь периодически падает. Ну я ее реанимировал. Сейчас стабильно вроде идет. На проверить щитки, гетры, цепи, кольца, ты знаешь, как положено. Сейчас идет стабильно. А, хотя откуда? А, блядь, с компьютером, блядь, А за кого? Трансляция, да, сегодня, блядь, какая-то хуйня. То интернет наебнулся, то еще что-то. Ром, что там? Что там, блядь? Толя спрашивает, как твои дела? Я вижу плохо. Он говорит, хуёво. Я говорю, я вижу плохо. Даже просто. Браво, Яра, браво! Вышли. Получил правила. Книжку привез. Буду читать по ходу. С букварем бегать. Это что было? Назначение детей в город, приезжай, короче, в сторону сюда, так раз книжку. Дай! Зачем ты? Так, почему?
ты забил. Ну давай посмотрим. Кто забил? 71-й. 71-й? Ага. Нету, сука, пускай фамилию диктует. Нашел. Это 2-3, точно. Ой. Чего? Спасибо. Нормально. Пляжку посмотри. Ты уедешь сегодня, Гош? Ты уедешь сегодня, не? Сейчас ты уедешь. Да нет. Разговаривал сейчас, вот, все, едут, я ухожу. Они приехали. А, приехали, все. До свидания. Так, картина хранения, это Юрия тоже. Юрия это в очках. Он приедет оператор. Не, какой в очках, да, я знаю. Водичку пьет? Ну, тут, слышишь, и что тут его зарядка? Хорошо. Один раз останавливали. Рома пить захотел. Да. Да нет, ну мы же на водопое время не останавливаем, поэтому, в принципе, хорошо, когда они есть. А у вас нет никакого штекера для зарядки? Еще один. А? Свой забрать дом. А то будет, ну, он нужен зарядить. Можете помочь с той стороны, мне кажется, вон, вон вот этот двойной мой. Это бахаем, да, высовываем? Да. Вот так вот, да. У нас есть четверной штекер, если что. По трассе. Машина наша. Вот, ну, высовываем, все заряжено, блин. Игра там, Ром. Я понял, что аккуратней. Одно! Вышли, оставили игры! Ну, ухо болит, Ром. Сюда. Что ты прыгаешь-то? Ну, не чеши, блядь. Ну, иди сюда, блядь. Пока-пока. Не мешаешь, блядь. Не чеши, блядь. Вот, можно! Где, здорово, ребят, здорово! Слышь, Рома, что там возле штанги нахуй лежит? Ну да, вот еда его, штанг. Еда его, короче. Играй, играй, играй! Рус, видишь, как хуйня там возле штанги лежит? Пускай уберут она, блядь. Она не на поле вообще? Там... Не на поле, да, за штангой, ты чё? Бери. Повыше, парень, повыше.
все, что было, прошло. Руслан оправдывается. Арт, не иди просто так, а ты один, Арт! Вадим, Вадим, молодец, веди его! Еще бутерброд? Реда. Все, на пенсию.
можешь мой телефон найти, пожалуйста? Можешь мой телефон найти? А ч, блядь, так, слышь, Руса, а что, блядь, желтый 12 на поле? Да, 12 на поле. Иди там, тормоза, тормоза! Ром, Ром, посмотри, там он левый шоу, блядь, слава делает. Левый защитник с флагом, посмотри на это. Можно больше сильно? Хули, блядь, вообще это нормально, что, блядь, 12, блядь, с какой-то палкой нахуй бегает. Все остальные твои. Что-то для себя что-то
Судя по слухам, то вообще уже надо придумать. Ну, пришел. Пиздец, нас на Хорватии или пальцы. Кто это? Где? А. Венгрия, Швейцария. Еще раз. Там только про Украину пишут. Нет, про Европу вообще совершенно не знаю. Да? Да, да. Все было хорошо. Парни, придумайте чего-нибудь. А что ты зеленку разбили? Что-то холодно становится. Прикольно. Ой, Артурчик должен забить. Так я тебе сразу скажу, что нормально начнут. Они просто... Не то чтобы они сильные, они просто пусть не стенатно косили. Тимур! Так, 1-1, все нормально? Доктор? Да. Давай, лечит кого? Ой, кого? Да, с боковым. Ты либо ее даешь, либо уже забиваешь, блядь, ты поздно ее дал. Либо ты ее даешь сразу, либо уже нет. Для меня сейчас он сбился. Чем желтый, это не сильный. Ты пожарь, да, как я? Ты во время матча будешь жрать, там бургер, бежать, одной флаг, другой бургер, блядь. Дай, Хорош! 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 А в ней, блядь? Сейчас, это вообще не вот так просто. Артур Чикашак, что я знаю. Артур Таняк. Ты помнишь, в прошлый раз, когда я тебе приехала, вот тогда? Когда еще пиццу тебе привезла. Угу. Там тип, когда забил, я его снимала, он бежал такой. Да. Просто никого нет, человек стоит. Но они милые, там сердечки кто-то показывает, кто-то еще что-то. Ой, извиняюсь, дико. Спорт тоже.
меня столько что-то в голове, я уже не могу удержаться. Весь день просто всплываю. Нет, я не могу. Я выгляжу как шизофрения, когда вы там с гостем пересидите вдвоем. Мне какая-то пришла шутка в голову, и все, неплохо. Спокойно! Спокойно! А? Сколько прошло? 28. Беги. Мне надо тебе две вещи сказать, ты напомни мне потом. Я забуду, клянусь. Беги! Какой нынешний? Какой? Такой прическа, я, блядь, почти как ты, нахуй. Я ее в караоке пою. Там он, конечно, мог сделать шаг и забрать, но он прыгнул красиво. Паша, стой! Алло! Другая шутка есть. Другая шутка? А, другая? Блин, я уже забыла. Ёб... Шкин кот. Блин, я забыла. Ладно, одну точно помню. Ром, выйди. Нет. Пока это нормально, но фиг знает, как там дальше будет. Пару дней проиграешь, там все вообще... Вот сейчас. Четвёрка, это получается, как бы сами два, да? Три. Всем по месту. Я имею в виду, что три точно. Это начал, чем меньше. Он, я думаю, два места. Тебе придётся от мужиков? Мы нам говорим, что он гей-пит есть просто. Мы скоро. Я думаю,
я просто слышал. Да, поднимай яйцо, умница! Как ее поймать, блядь? Хорош! Она вылезла что угодно. Умница! Он один там, их честно. Конечно. Дай туда, Глеб, дай правый. Я тебя заспущу. Ромка здесь? Что? Пошел смотреть. Где батя? Замена. Меняет его, надеюсь, который Романов. Чуть-чуть, парни, чуть-чуть. Что я еще второй хотел сказать? Естественно. Хочешь, я вам включу эту песню просто так? На гноме. Но гномик тоже пушит. Это просто, я потому что забуду опять, мне нужно какая-то ассоциация. Шесть минут еще. А он что там, блядь, ходит этот хуй, блядь? Слышь, вообще с флагом, блядь, жопу его воткнул и идет, блядь. Хорош, Лера! Хорош, Лера! Ярик, умнич! Попадай!
Лёха, что там? Душа Север недоволен голос. Он же в отель мяч не зафиксировал. Да, не зафиксировал, его выронил. А? Да, выронил. Ну, ну не знаю. В чем проблема? Ну, вот так вот, не знаю, мы тоже уже не достроены. Причем, блядь, между собой. С собой играли, блядь, еще поскольку. Нет, по идее, если он его взял, уже. Нет, он его не взял, он его, блядь, не смог. На видео видно, что он его хватает, он куда-то из-под него еще. Да, он его выронил, блядь. Он его выронил, блядь. И, ну и там потом нападающий побежал, они с нападающим столкнулись. Ну, блядь. Столкнулись. Потом травму еще получил. Ну и травму он бежал. Нет, где до сих пор, как бы, опять же, вот эта старая фишка, что вратарь особенно игрок. У нас же никакие. Нет, нет. Все, выронил, сам виноват, все. Как мы его отпускать, лейбить, не знаю, на перчатки не разрушать. Ну он этот самый, это он писал свою трактацию. Я всегда использую момент. Вратарь подпрыгивает за мячом, я его толкаю плечо. И все, и решение нету, как будто бы его игрок. Вот если я его толкнул плечом в спину, то сразу нарушение. Да. Если плечо плечо, он улетел куда-нибудь, ворот пустые. Тоже толчок, толчок урозный, да. Не, ну плечо к плечу можно толкнуть. Ну, понятно, тоже можно так толкнуть плечо, что не знаю, не видно. Ну, по идее, ты можешь там? Ну, понятно, да. Давай, 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 внимание! Даже по походке на него похож. Да. И по бегу. Да. Еще один, наверное, неплохой. Yeah.
Хорошо этот. Да! Да, блядь! Секрет на самом деле хорошо линию. Да, я не Не бросаться, не бросаться.
Кому? Тебе? Да при чем тут не смешно? Классно. Заебись. Рома от сотрех там всех. Все, тихо! Забыли, играй, да? Все нормально. Парни, поближе, играйте. Давай, побегай, блядь, минут, хорошо, Вот это
Дальше желтые. Ну ты скинь, я запихаю, если что, они не успеют, их вставить, такой ставлю. В смысле, не успеешь их вставить? Я сейчас попытаюсь их вставить. А ты мне пришли фио, я их добавлю сам. Тогда мы твоя учёбка. Ты мне утром прислал, я же заявил чувака этого, Лагачев или как он прислал. Я же утром написал, я добавил. Я утром же заявлял Динту игроку. А, да, и я его заявил. А я думал, почему? А, короче, я пусть тебя полез, а он же там. Сейчас, я тебя скину. Да, повыше, да, повыше, да! А ты что-то у меня, блин, не добавились? Катай, катай, катай! Стоп, интернет. Все нормально. Иди, иди, иди в него! Иди! Я в целом. Центр, открой, центр! Роме? У меня есть. А, нет, это же нет, это уже забрал. Было. Да. Чего? Иди, иди! Пиво было, да. Хорош, хорош. Да, не дойдем принимать! Рома интересуется. Вот, вот, вот! Можно, говорит, не сдало до поя пиво попить. Глеб, Глеб, там, Глеб! Хорош, Яр, хорош! Молодец! А, Творог? Скинул, сейчас я вернусь, если не получится, я... Ты мне куда скинул? В Телеграм? Да. Там один Катинач и три, по-моему, как-то. Остальных мне удалось вернуть. Кроме этого. Ну и это, Джипс. Один, да, все правильно. Так потому что она, сука, приедается, Глеб, пиздец. Глеб, кротик, Глеб, шире! Казарян Артур. Нихера себе. Я
2005 года. Играть с вами скоро. Я сейчас на неделю на три выбыл. Лечись, а то потом скажешь, что вы проиграли. Да, и что пора со снимем. Ближе! Ближе, твою! Следующий матч со снимем, да? Давай, муха! Ай, красавцы! Спасибо, пожалуйста. Хорошо, Нас, хорошо. Это что там? Рожкову, блядь, ты поясняй мне. Да я тоже на нахуй не расскажу. Первый, первый! Да я какой ты? Да, кстати, сейчас
Прижатая была, даже если была, то, блядь, ну не надо такую руку ставить, это хуйня какая-то. Парни, забить надо, парни! А по правилам, если ты посмотришь семинар Семенова до конца, тебе он даже так скажет. Если, даже если он забьет эту гол рукой... Короче, в большом футболе похуй, даже если рука прижата, и ты этой прижатой рукой забиваешь гол, это гол, блядь. Я тоже считаю, что хуйня мне не нравится, честно. Вань, ты вправо идешь, что ты понял, да? Можно вместо кета идешь. Нет. Саня, первый! Да. Ну, просто фишка в том, что мне не нравится. Раньше была рекомендация такая. Если рука
забиваешь гол. Да, да, да. Специально, не специально. Не было, не было. Блять, вы заебали, дайте, блядь, да. Я только, блядь, прошлый момент посмотрел. Да сейчас. Я еще, блядь, тот был, нет. Заменки, заменки, заменки! Нет, я нет! Замена убита. Так, ты не скажи, кто забил гол в прошлый раз. Опасно. Ебать, это Ян Кетов? Это Кетов? Парни, а кто на Кета пас дал? Парни, кто пас отдал в последнем голе? Кто на Кет? Кто Кета, на Кета отдал? Так он там, по-моему, отобрал и ударил. Все, пас. Спасибо. Все, без паса, блядь. Какая там минута была, блядь, 70. Ширя, отойди назад, да? Вов, прессуй, Вов, прессуй, прессуй! Правильно, ты все молодец, как надо. Как мы с тобой сегодня. Видишь, мы дали руку доиграть, ты ее видел за 10 дней. Саня! 5,5. Сходи туда! Какой 5,5? 4,5. 4,5. Еще одного оставь с собой. Рома! 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 Рома, подбор! Рома! Подбор! Рома, иди на подбор, блядь, заебал, что ты стоишь тут. Иди на подбор. Ты что, по вратарю отстоишь? По вратарю стоишь вне игры? Нет, ты под голкипер вон. Подбор! Иди, не давай, ворота. Парни, игроков, игроков! Я вот ногу поднимал уже этого. Ближе, 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 ближе! Первый мяч! У меня 3,20. Расходим. Да нам срать, главное как у меня. Я понимаю, что у тебя пиздатые часы, там все дела, но... Да-да-да, Сань, да-да, к ней! Перевод надо, перевод! Захарик уже здесь, ёпта, чтоб не знали. А женский теперь? Блять, Рома. Рома, ты где там ходишь? Что это было? А? Какой кулёк? Два десять. Да, блядь, что это такое?
шире, да. Выше иди, выше. Забрал выше, его рацию. И выше. Возьми, Серый, это ты? Писюн. Бром есть, бром есть. Браво, Вадим, браво. Ну вы скажите, пускай можно. Нет, смотри. Рус, тебе надо будет. Бром, бром, иди туда, бром. Именно твою, понял? Иди туда. А подожди, а кто? Толик в поле или Серега? Толик, ты в поле, Толик. Значит, Толику надо. Понял? Ну, да. Че, гол? Почти я угадал. Так у них, по-моему, номеров нет, погодите. У них нет. Я понял. Без паса? Вижу! Что такое? Может, Баронов? Дай бой! Ёбаный в рот, я еще прошлый не захуярил. Я не верю в это! О, важно! О! А! А! Спасибо! А, так, какой гол? Кто забил, Рус? 95. Да блядь, я еще прошлый не записал, понимаешь? Так все, время кончится, хули мы еще играем. 5-2.